Вы смотрите обзор товара MobSprint Plus Basic, 40 см. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Внимание! Перед началом использования необходимо предварительно постирать новый моб и микроволоконные салфетки при температуре 95 градусов Цельсия или обдать кипятком. Эта процедура укрепит швы и улучшит впитывающую способность нитей. Исключение – акрил кала, акрил колор. Текстильные изделия из микроволокна, абразивного материала и мопы антибак следует отсортировать и стирать отдельно друг от друга. Раздельная стирка препятствует повреждению структуры волокон, которая может произойти из-за контакта материалов между собой. Кроме того, изделия из микроволокна следует стирать в бельевой сетке. Хлопок, полиэстер. Очень хорошо впитывает воду, для всех видов уборки. Мопы Вермоп чрезвычайно долговечны и выдерживают многократную стирку. Выполнены из качественного сырья, что гарантирует высокий уровень уборки. Перед использованием обязательно постирать при температуре 95 градусов. При стирке не используйте кондиционер. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.